Всем привет, меня зовут Тиана и добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео я буду повторять свои детские фото. Фото, которые были сделаны где-то примерно 8-10 лет назад. Сейчас я их буду повторять в свои 18 лет. Но так как фотографий детских у меня, соответственно, довольно-таки много, я выбрала именно 5 фотографий. Так как я нахожусь сейчас не дома, я буду повторять не все фотографии, а 5 фотографий, которые были сделаны в детстве именно на даче, на которой я именно сейчас и нахожусь. Погнали! Итак, вот первая фотография, с которой мы начнем. Итак, мы уже пришли с вами на первую локацию. Это вот такой вот домик, а именно часть от него, стенка, задействована в фотографии. И также поговорим про мой первый образ. Я для правдоподобности и точности одела точно такую же свою детскую футболку. Конечно же, она мне уже мала, но для сцен, для видео я ее одела. Дальше я одела вместо леггинс, одела юбку и ободок. Такого же ободка у меня не было, я взяла другой. Мы приступаем к самой фотографии. Мы сейчас сделаем волосы, как были на той фотографии. Вроде примерно так они были расположены. Вот так я, по-моему, стояла. А теперь давайте сделаем фотографию. Вторая фотография будет вот эта. Прибыли с вами уже на вторую локацию. Это у нас Ролла. Образ у меня, к сожалению, подобран не так, как на данной фотографии, потому что у меня не осталось ничего от того образа. Поэтому я приближенно делала акцент, что именно там была водолазка и штаны. Ну, по цвету штаны они вроде бы подходят, поэтому вот роза наша. Не та, конечно, которая на фотографии, но тем не менее. Ну, как-то так делаю, да? Да. Нет. Примерно надо к розе поближе. Ну, похоже, немного. А теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. Будет это. Ну что ж, мы находимся уже на третьей локации, и у нас это ракушки, и с другой стороны должны быть лилии, но они еще не распустились, поэтому на фото их не будет. Далее давайте пройдемся с вами по моему образу. У меня куртка такая же, как в детстве. Сейчас она, конечно же, мне мала, но специально для видео, опять же, я ее одел. Штаны. К сожалению, у меня не было тех лосин, которые были присутствовали именно на фото, поэтому я одела именно эти, чтобы были видны полосочки. Ну что ж, давайте теперь приступим к самому фото. Там у меня был наклон такой и рука вот так. А теперь давайте посмотрим результат. Теперь мы переносимся с вами на четвертую локацию. Поехали. А следующая фотография это. Ну что ж, а мы находимся уже на четвертой локации, и это у нас береза. Теперь пройдемся по моему образу. К сожалению, у меня нет такой же футболки, которая у меня на фото, но у меня присутствует наподобие такой же ободок. И футболку я старалась подобрать такую же, как и на фотографии. Приступим к самому фото. А теперь давайте посмотрим на результат. Блин, мне кажется, он вообще разный. Ну и, наконец, вот последняя фотография, пятая. Наконец мы прибыли на последний.
последнюю, пятую с вами локацию. И это такая поляна цветов. А теперь давайте пройдемся по моему луку. Та же футболка, ободок. И лосины там другие, но у меня их тоже не было, и мне пришлось одеть такие, которые у меня есть. Но ближе подходящие к образу. Слушай, давайте теперь приступим к самой фотографии. Так, я стою вот так. И рука у меня вот это охватывает вот так как-то. Я смотрю куда-то в бок. Да? Да. Спасибо, что досмотрел или досмотрела это видео до конца. Я надеюсь, оно тебе понравилось. Также не забывай подписываться на мой канал, ставить лайк под этим видео и предыдущими моими видео. Не забывай писать комментарии о том, хотела бы или хотел бы видеть подобного рода еще такие видео. А также просто делись своими мнениями о данном видео. На этом видео подходит к концу. Спасибо всем, всех люблю, обнимаю. Пока!